Здравствуйте! Если вы поедете в США и захотите там заправить машину, то вы должны знать, что общая стоимость заправки автомобиля напрямую зависит от количества литров бензина, которые вы купите. Что это значит? Предположим, что X – это количество литров покупаемого бензина, а Y – это общая стоимость заправки автомобиля. Первая часть нашего условия говорит нам о том, что Y напрямую зависит от количества покупаемых литров, то есть от X. Это значит, что Y равен какой-то константе, назовем ее K, умноженной на X. Эта запись показывает прямую зависимость Y от X. Если X увеличится, то Y тоже увеличится. Если X уменьшится, то Y тоже уменьшится. И K показывает скорость этого изменения. С помощью информации, которая у нас есть, мы сможем найти значение K. Итак, если в США 1 литр бензина стоит $2.25, сколько литров бензина можно купить на $18? Если вы купили 1 литр бензина, то есть если x равен 1, то y равен $2.25. Y это общая стоимость. 1 литр бензина стоит $2.25. И это равно K умножить на x, то есть на 1. Я могла бы не записывать 1. В принципе, мы уже нашли k. Мы знаем, чему равна скорость изменения. Я зачеркну эту 1. k равно 2,25. Именно об этом и говорится в этом предложении. Теперь давайте запишем выражение, которое показывает зависимость между y и x. Y равен 2,25 умножить на x, где x – количество литров покупаемого бензина, а y – это общая стоимость заправки – $2.25 за литр. И нам нужно ответить вот на такой вопрос – сколько литров бензина вы можете купить на $18? $18 – это общая стоимость, то есть y, или же стоимость заправки автомобиля. Запишем – 18 равно 2,25 умножить на x. Для того, чтобы найти x, нам нужно разделить обе части нашего выражения на 2,25. Давайте это сделаем. Делим 18 на 2,25 и делим 2,25 x на 2,25. Что же у нас получится? Справа 2,25 сократятся и останется только x. А чему равно 18, деленное на 2,25? Сначала я хочу представить 2,25 в виде обычной дроби. 2,25 это то же самое, я запишу здесь. 2,25 это то же самое, что и 2,1 или 9/4. А значит, 18 разделить на 2,25 это то же самое, что и 18 разделить на 9/4. То есть 18 умножить на 4/9. Или же 18 первых умножить на 4/9. Давайте посмотрим, что у нас здесь получается. 18 разделить на 9 – это 2, 9 на 9 – 1. В результате получается 8. 18 разделить на 2,25 равно 8. А это значит, что на $18 можно купить 8 литров бензина. На этом все. До скорой встречи!